Всем привет, друзья! Сегодня бы хотел вам продемонстрировать эффект выцветания экрана на телефонах Xiaomi Redmi Note. В данном случае у нас здесь Redmi Note 5 и Redmi Note 4X. Я не знаю, насколько камера передаст, да, но вот Redmi Note 5 и примерно год, да, и Redmi Note 4X уже, в общем-то, 2 года почти что. И, соответственно, смотрите, в чем особенность. Если мы приглядимся, да, то видим, что здесь картинка более желтоватая или более серая, да, тогда как в новом она более, ну, как бы, такого холодных цветов, да, ощущение, как будто здесь теплые тона цвета. Кстати, здесь была картинка более белая, более яркая белая. Ну, со временем, я не знаю, насколько камера передает это, произошло небольшое выцветание, и я думаю, что если вы сравните с телефоном Redmi Note 5, вы это можете увидеть. Вот, соответственно, это произошло со временем, это произошло не сразу, не моментально, не мгновенно, но со временем произошло. На мой взгляд, уже на Redmi Note 5 экран лучше, и он уже не выгорает, да, то есть уже такие вот выгорания появилось на Redmi Note 4X уже где-то примерно через год использования, тогда как на Redmi Note 5 такого эффекта нет, ну, по крайней мере, я не замечаю. Вот, соответственно, вот, собственно, и все, что хотелось бы сказать, но сейчас давайте я дойду, да, возьму телефон Redmi Note 7, да, сравним, давайте еще и с ним. Так, что включу одинаковые программы, что раз уж... Сейчас, секунду. Вот шумомер. Шумомер — это просто та программа, в которой где все цвета белые. И сравним тогда все цвета. Итак, смотрите. Значит, самый такой холодный белый — это у Redmi Note 5, у Redmi Note 7 уже цвета тоже, уже более, ну, камера это, скорее всего, не передает, но более такие цвета, как бы это сказать, сервис, добавь желтые цвета. И больше всего серо-желтых цветов это вот на Redmi Note 4X, как ни странно. Но вот что вижу, что замечаю. Надеюсь, опять же, еще раз говорю, что моя камера это запечатлит, вы это увидите. И вы это заметите. Вот, соответственно, так что вот такие вот особенности. Ну, видно, да, здесь все-таки белый цвет поярче, побелее, как ни странно. Да? Хотя на Redmi Note 7 экран вроде должен быть получше. Вот. Но это всего лишь белый цвет, это прям не говорит обо всех характеристиках, да, экрана. Ну, вот, собственно, так. Надеюсь, вам видео было интересно. Оставляйте ваши комментарии, почему это происходит, что происходит с вашим телефоном, сравниваете ли вы и так далее. Всего доброго, до свидания.